Единые информационно-расчетные центры необходимо внедрить во всех муниципалитетах региона. Об этом заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев на заседании правительства. Благодаря ЕИРЦ удалось добиться платежной прозрачности и на 4,5 миллиарда рублей снизить долг за газ в Московской области. О том, как сегодня работает эта система, расскажет наш корреспондент Анна Троян. Оплатить услуги ЖКХ напрямую ресурсникам. Такую возможность предоставляют единые информационно-расчетные центры. Для тех, кто привык к живому общению, открыты офисы клиентского обслуживания. В них можно воспользоваться терминалами или обратиться к специалисту в кассу. Время в электронной очереди займет не более 15 минут. В офисах также отслеживаются очереди посредством видеокамер, установленных в каждом клиентском офисе. В случае, если существуют очереди там более 5 человек, тогда в этом случае все сотрудники офиса выходят на обслуживание клиентов. Кроме того, у Мособл-ЕИРЦ есть 7 передвижных офисов, микроавтобусы, которые оснащены всей необходимой техникой. Благодаря этому количество обоснованных обращений, связанных с очередями в клиентских офисах и кассах, сократилось в 3 раза. Также в этом помог простой и удобный сервис «Личный кабинет клиента». Он позволяет дистанционно пользоваться услугами единого информационно-расчетного центра, не выходя из дома. Этим способом пользуются уже более 450 тысяч жителей Подмосковья. Позволяет передавать показания электроэнергии, приборов учета электроэнергии, воды, а также передать обращение граждан, заказать услугу предоставления счета в электронном виде и, соответственно, позволяет получить полную исчерпывающую информацию о своем личном счете. На заседании в правительстве губернатор Подмосковья сообщил о необходимости внедрения ЕИРЦ во все муниципалитеты региона. Согласно данным, благодаря их работе долг региона по газу удалось снизить на 4,5 миллиарда рублей. А министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, в свою очередь, назвал те муниципалитеты, которые лучше других реализуют этот проект. Это Клин, Лосинопетровский, Подольск, Королев, Балашиха. Знаете, проблема в чем, что в каждой территории проблемы внедрения были свои. И мы говорим о том, что сегодня в зеленой зоне те, кто, несмотря на проблемы, возглавят процесс и все проблемы решит. Благодаря единым информационно-расчетным центрам в Московской области удалось добиться платежной прозрачности. Клиент оплачивает услуги ЖКХ по одной квитанции напрямую ресурсоснабжающим компаниям, не допуская денежного оборота и задержки средств управляющих компаний. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.